Это та самая добавка для зимней рыбалки, после которой, как только я ее добавляю в лунку, меня облепляют рыбаки со всех сторон. Вы бы это только видели. Недавно вот только снял это на видео, как меня облепляют, приходится с рыбалки уходить. И вся рыба достается им. Поэтому теперь я на рыбалке буду стараться искать укромное место подальше от других, чтобы рыбачить и ловить много рыбы только для себя одного. Но я подумал, что многие из наших подписчиков спрашивали у меня про эту добавку, и думаю, что в этом видео я поделюсь с вами рецептом этой добавки и как ее готовить. Человек написал мне на почту, попросил, так как его знакомые рядом со мной рыбачили и удивлялись, что я такое добавляю. Они все пришли на рыбалку с покупными прикормками, различными добавками, все применяли, ничего у них не клевало. А вот увидели у меня на рыбалке, какой клев попер. И начали подсаживаться ко мне, прямо рядом со мной лунки бурить. Чуть ли до драки не дошло, но я психанул, думаю, ладно, ловите вы рыбу. Но думаю, чтобы такого не было, чтобы каждый сам себе сидел поодаль друг от дружки, думаю, что всем надо рассказать об этой добавке, чтобы все не толпились вокруг одного рыбака, чтобы соблюдали дистанцию. Что ж, эта добавка, она применяется как летом, так и зимой для рыбалки. Зимой еще лучше работает даже, чем летом. Во-первых, это я здесь отсыпал себе чуть-чуть, так как в понедельник иду на рыбалку, перед работой буквально на часок забегаю, надо наловить рыбы, так как хочу поесть рыбы. Вот. Тут я отсыпал, вообще готовлю ее сразу полкилограмма. На полкилограмма я насыпаю специи, острые специи. Сыплю 50 грамм красного перца, 50 грамм черного перца, 50 грамм белого перца. И весь остальной объем я разбавляю обжаренной кукурузной мукой и обжаренным кукурузным глютеном. Все так замешиваю. Да, кстати, многие спрашивают, что за кукурузный глютен, где его взять, если его нет. Если его нет, его можно заменить обычными аминокислотами. Можно столовую ложку аминокислот добавить. И если нет кукурузного глютена, то можно без этого, конечно, обойтись. Будет добавка не такая сильно мощная, но тоже будет хорошо привлекать рыбу. Если чего-то нет, просто это я не добавляю лично. Но всегда стараюсь готовить именно по рецепту, как это правильно. В итоге получается вот такая вот добавка для рыбалки. С ней я делаю следующее. Перед рыбалкой я ее всегда заливаю водичкой. Вот так вот чуть-чуть. И тщательно вот так даже пальцем замешиваю. Она хорошо склеивается. Вот видите, что получается. Потом я вот так беру. Получается вот такой вот небольшой шарик. В особенности я применяю именно эту добавку на реке, где есть течение. Прям в лунку ее вот так вот бульк. И все. И уже спустя 5 минут пошло дело, одну за другой начинаю тягать. Вот так вот я каждый день хожу на зимнюю рыбалку, буквально перед работой за полчаса налавливаю рыбы для еды и всегда сыт и доволен. Простая добавка. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, что подписываетесь на канал. Был рад с вами поделиться этим секретом для рыбалки.